Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор вот такой вот замечательной шапочки дракончик. Вяжется она очень просто, крючком, подходит на ребенка от годика до двух. Как вы видите, она сделана с ушками, завязочками, то есть удобная в носке, довольно-таки плотной вязкой связана, поэтому не требует дополнительных подкладочек, подшивочек. Состоит она, в принципе, из колец амигуруми, кружочков, вот такие вот рожки имеет. Горбики, так сказать, дракончика. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь к моей новости, смотрите. Я скоро хочу выкласть ее на свой канал, как делать. Именно непосредственно буду делать ее с вами. В общем, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Конечно же, оставляйте в комментариях свои пожелания. По возможности я буду учитывать и, так сказать, вязать вместе с вами. В общем, люблю вас. Пока-пока.